Обратите внимание на этого центрального круга. Вот он раздает. Подключение Уокера. Пробрасывает мяч мимо просящего Священникова. Очень опасно. Блестящий выбор места. Великолепно. Блестящий выбор. Здесь, конечно, позиция, конечно, это не сейф сумасшедший, но главное оказаться в нужном месте. Ну, это я и сказал, блестящий выбор места, когда нападающий бьет именно туда, где оказывается вратарь, но... На самом деле, многие говорят всегда, что... Много разговоров было про то, что тяжелые после длительных нагрузок первой недели сбора... Отворот. Больше не буду хвалить наших раньше времени. Лишь двое остаются держать Смолова на всякий случай быстрой контратаки. И опять я имею в виду Рахима Стерлинга. А вот с верхней точки как раз виден. По ниточке. И только двое в стенке. Может быть опасно. Березуцкий. Игнашевич. Все большие там. И... И хорошо. Сергей Игнашевич. Стерлинг. Какой дриблинг. И продолжается момент. Может быть, мы увидим на смотрим повтор. И смотрим повтор. И выигрывает позицию Игнашевич. Лалана. Али. Опять Уокер. Здорово сыграл на Лалану. И... Катывается и потом его оставляет. Забегает за спину. Соответственно, опять теряет. Какой игрока. Пас хороший. Хорошо, что мяч на внутреннюю свалился немножко и ушел от штанги туда. Вроде... Али увидел, что Уокер будет в офсайде, поэтому паузу выдерживает. Неужели двоих обыграет? Обыграл. Что творит? Руни, про которого мы говорим, и Игорь Акинфеев правильно делает кулаками, потому что был вперед. 35-я минута. Пожалуй, самый опасный момент. С разворота Руни. Попади чуть в сторону. Ну вот. Простоял. Кокорин. И. Хорош. Ну. Уэйн Руни. Внимание. Решил в ближний верх проверить славу Игоря. Я... Ой, да, говорит, Игорь, удачи. Я говорю, да есть, чтобы пенальти навряд ли такую ситуацию поставили. Шатов. Вот уже по своим 2-1. Отбор 2-1. Когда Руни забила, потом собрались и порвали. Опять Шатов. И Березуцкий, между прочим, был на мяче. Чуть-чуть, может, высоковато было, неудобное количество. И, конечно, вызывало вопросы, зачем столько. Смолов. И зрячина точность решил проверить. И смотрите, вот класс исполнителя. Поднял голову. Дальний тихонечко пустил. И Харт. Еще бы подкрутил, хотя достал бы. Устали уже не так быстро. Али почти не заметен во втором тайме. Подбор Руни. И Руни! Акинфеев! Это просто потрясающе. По ходу играть. Ну посмотри. Пропущено здорово. И вот тут Руни. Ну практически расстреливает. И Слава успевает. К счастью, подбор Лалана. Игорь успевает, ну, сложиться. А я сказал Слава. Ну, конечно. Кейн пробегает. И тут нечего делать. Он чуть-чуть. Хоп, да, полшага. Получается, что так. Лалана. Опасно могло быть. Риццоли видит, показывает. Штеттер совершенно верно выходит. Тебя. Сбрасывает. И! Но! Гол! Да! Василий Березуцкий! Щенников берет на себя! Смелость пройти, подать и Березуцкий. Смотрите, как он выпрыгивает и убирает Смолинга. Убирает!